Изменится ли ваша жизнь с новой Госдумой? Я думаю, да, а так, мне кажется, хуже уже некуда. Я надеюсь всегда на лучшее. Иначе зачем жить, если верить в плохое? Хочется верить в хорошее. Я думаю, что ничего не изменится, потому что выбрали все тех же. Выбрали другую партию какую-то. Новые люди или новые лица. Может быть, что-то изменилось бы. Или попытались измениться. А так? Но каким образом? Итоги все те же. Каким образом она изменится? Я ничего не жду. Рассчитываю на себя. Ну, вроде до этого перемены в чем-то были, в чем-то не было перемен. Но я думаю, так же самое все будет. Думаю, не особо, в общем, изменится что-то. Все будет только к лучшему. Все как было, так оно и есть. В принципе, все осталось на своих местах. Не изменится. Я думаю, идет разрушение, и оно уже неотвратимо. Все заранее было спланировано в этот раз. Фальсификации, онлайн-голосование. Это все было спланировано специально. Уже от этого никуда не уйти. Очень пессимистичное настроение после всего.